Защитили в 45-м, защитим и сейчас. Такой призыв разместили на чебоксарских автобусах сотрудники Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в Чувашии. Это уже давняя и полезная традиция республиканских наркополицейских размещать номер телефона доверия на общественном транспорте. Жители звонят, и как результат, закрытые наркопритоны, задержанные торговцы зельем и сбереженные жизни. Хотелось бы обратиться к жителям нашей республики. Если у вас есть какая-либо информация, звоните к нам на телефон доверия 230100. Ни одна информация не останется без внимания. Возможно, благодаря вашему звонку будет спасена чья-то жизнь.